Темой круглого стола стала роль библиотеки в построении информационно-образовательной среды вуза. Концепция развития вузовских библиотек России и опрос читателей журнала «Университетская книга» о роли электронно-библиотечных систем в образовательном пространстве страны стали открывающими вопросами дискуссии. Вопросы из концепции развития библиотек и вопросы по ЭБС, связанные с поставленным этим опросом последним, мы вынесли на обсуждение. И обсужденное здесь мы, с одной стороны, представим в общероссийском обсуждении концепции и представим журналу «Университетская книга» для того, чтобы они смогли создать аналитический материал, сопровождающий результаты опроса. Развитие электронно-библиотечных ресурсов стало предметом споров. Нужны ли университету собственные ЭБС и какова цена их создания? В этих вопросах специалисты не пришли к единому мнению. Мы считаем, что нет понимания того, что это, собственно, ЭБС – это не только этап создания. То есть есть вузы, которые готовы вложить большие деньги в этап создания. Но самое дорогое – это этап поддержания. Главной темой обсуждения стал вопрос, можно ли обойтись без библиотек. Участники пришли к выводу, что можно, при условии, что ее функции будут выполнять иные подразделения. То есть площади освободятся под аудиторные. Все чтение перейдет в электронный формат, а электронный доступ к электронным ресурсам сможет обеспечить любое другое подразделение. И, собственно, навигационную роль библиотеки тоже раздать по каким-то другим подразделениям. Однозначно против эксперты круглого стола высказались по теме формирования конкурентной среды вузовских библиотек. В мероприятии приняли участие представители издательств и университетов Челябинска, Санкт-Петербурга, Самары, а также нескольких городов Челябинской области.